Редко когда можно увидеть, что такой бобер плавает. Редко. Хорошо плывет, там же течение сильное. На самом деле посередине. Ну, на ту сторону плывет реки. Скорее всего, да? Бобра разворачивает. Да, отлично. Немного. Да, желание снимать только что, да, появилось вот такое естественное. От души. А где бобер? А уже далеко. Я его держу на прицеле. Вот он уже и на той стороне. Все, я его потерял из виду. Теперь что с воронами здесь? Рыба-то большая, у них хороший ужин. Сюда.